Всем привет из Стокгольма. С вами Настя. Мне часто задают такой вопрос, реально ли переехать в Швецию, если, например, здесь найти себе мужа, жену, быть замуж, жениться и таким образом приехать. Ответ такой, раньше это было гораздо проще, если действительно отношения подлинные, да, не если это неэффективный брак, потому что этот момент здесь очень сильно проверяется, должны быть документы, чтобы вместе жили какое-то время и так далее. Раньше это все можно было сделать буквально за месяц, теперь же сроки ожидания, решения более года на самом деле. То есть если, например, вы действительно у вас есть муж и жена в Швеции, и для того, чтобы получить разрешение на проживание, нужно ждать минимум год. Причем нельзя находиться на территории Швеции в это время. Нужно находиться на территории любой другой страны и не Евросоюза. Поэтому как это все будет организовываться, непонятно. Поэтому я могу сказать, что этот вариант попасть в Швецию, он сейчас очень-очень проблемный. И очень труднозатратный, энергозатратный и долгий по времени. Есть вариант получше.